Соответственно, не турочку берем еще для полного счастья. Оп, 90 градусов. И я не стопорюсь нигде. Я просто, мать его, нигде не стопорюсь. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Ну что, ребята, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами лицезреем такую штуку, что это у нас основные сервера, как вы, наверное, заметили, все основные, соответственно, ники, кланы и так далее, там подобное количество анарки, то есть все это дело у нас основное, и здесь... Худо да бедно, без всякого объявления, разработчики ввели физику флеша. Да. Это, короче, достаточно интересная новость. Сообщил мне об этом подписчик с ником Петру. И сообщил, на основных серверах вышла новая модифицированная гравитация. Никак на тесте, только в режиме паркур. Нигде инфы про гравитацию нету, но гравитация уже, соответственно, имеется. И вот шо у меня по заиканиям? Вайдер, шо по языку? Все нормально, не все нормально. Ну, это, наверное, то, что я у нас спал всего лишь 3 часа. Вот, проснулся. Но, короче, дело у нас не об этом. Смотрите, основные серваки. Разгоняемся. Разгоняемся, соответственно. Нетурочку берем еще для полного счастья. Оп, 90 градусов. И я не стопорюсь нигде. Я просто, мать его, нигде не стопорюсь. Все настолько идеально, все настолько превосходно, что это просто эбелиссимо, офигемиссимо. Я просто в шоке, я просто в шоке. Так, подожди, а что он мне говорил про то, что типа физика не такая, как на тестовом серваке? Что там, что-то как-то по-другому сделали? Танчик не так летит идеально. Давайте, соответственно, протестируем, давайте посмотрим. Тот же самый корпус. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, ну полетели. Давай-давай, полетели, и приземляемся на, грубо говоря, ну, почти жопку, почти домик, может сказать, залетел. Залетел, тебе это все приснилось, я на самом деле сам у нас там съехал. То есть, бесячие темы в плане как раз-таки то, что вы будете останавливаться теперь на одном месте, ее у нас уже нема. То есть, можно смело заходить, соответственно, на те же самые паркурные карты, летать беспроблемно, и никто, по факту, ничего тебе не сможет сделать, если ты, как говорится, сам не заговнишь себе всю ситуацию. А почему у меня устройства нет на этот рикошет? Можно мне, пожалуйста, такую инсайдерскую информацию? Я, типа, вроде как его ставил, но оно, типа, у нас не поставилось. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, давайте верните мне эту всю штукенцию, чтобы, как говорится, она у нас была. Хочу немножко полетать, хочу немножко полететь. Также в данном видеоролике мы протестируем как раз-таки, как ведет себя теперь танчик на минках. Вот, потому что эта тема тоже достаточно актуальная и достаточно интересная лично для меня. Вот, потому что в некоторых моментах у нас как раз-таки имеется свойство, что ты... Да ты хорош кататься уже как кусочек дерьма на постном масле. Что ты там пытаешься сделать, что ты там пытаешься не сделать? Давай. Без всяких, соответственно, вот этих пакостей и гадостей. Блин, после того, как у нас... ввели HTML-версию, я у нас не паркурил от слова прям вообще очень давно и очень долго. И на самом-таки деле уже прям разучился это делать. Прям серьезно, как рачина на обычный дефолтный домик. Не могу с помощью вас по рикошета запрыгнуть. Боже мой, Вадим, что за позор? Это что? Что за балет, Димон? Димончик, что, пожалуйста, за балет? Что по балету? Нормально все? Чи не нормально? А, может быть, ты уже запрыгнешь? Ладно, я понял. Давай не будем позориться вот это все дело показывать. Я, в общем-то, показал, рассказал, что вся эта тема с невидимой стеной у нас отключена. Ее больше по факту только, ребята, в режиме паркура у нас нету. И мне теперь интересно, как себя ведут, допустим, те же самые корпуса на тех же самых минках. Васпик у нас фуловый, полностью прокачанный. Некоторые, соответственно, мы резистики здесь заменяем. Берем резистик у нас от миночек. Я его лучше не могу, потому что у меня здесь МК-6. Но, в общем-то, одну минку я у нас выдержать должен. Заходим, соответственно, со своего основного аккаунтика и ставим минку. Мне интересно посмотреть, как здесь у нас будут себя вести танчики на как раз-таки вот этой теме, связанной с минами.
А куда бы ее поставить? Ну, наверное, я ее поставлю на те же самые политушечки. На вот этот подъемчик средний, как это, соответственно, было у нас в бородатые годы, когда здесь устраивались, соответственно, сальтухи-приколюхи. То есть, какой формат у нас здесь был? Заходили чуваки, которые разгонялись, и там, соответственно, на том моментике были челики с рельсухами. То есть, ты разгоняешься, едешь, и без помощи мин тебя с помощью рельсы запускает в такой полет несказанный, что тебе даже не снилось. Так, окей, мы с вами перешли на аккаунтик, и давайте здесь одну миночку накакулькаем. Так, одна миночка, блин, а может даже две миночки накакулькал я у нас, потому что я поставил и там минку, но да ладно. Окей, мы, соответственно, разгоняемся, я даже, наверное, не трушку у нас забахаю, разгоняемся, опачки, блин, да ну серьезно. Но даже если с учетом того брать, что это не так, как на тестовом сервере, но прям очень похоже, прям вот я бы сказал, прям мега похоже. Ну, те же самые такие, давайте, двойные стандартные дефолтные минки протестируем. На том же самом ВАСПке разгоняемся, оп! Идеально. Просто идеально. Есть, конечно, некоторые расхождения с тем, как минка у нас должна подрываться на танке, и как, соответственно, она у нас должна этот танчик подкидывать, потому что сами видели и заметили, что первая минка сработала с небольшой задержкой. Но в оправдание, соответственно, этому всему режиму хочу сказать, что такая же тема у нас иногда происходила и на, соответственно, флешовской теме, потому что не всегда эта штука у нас подрывалась. Ну, давайте те же самые три миночки сразу попробуем протестить, посмотрим, как они у нас себя будут проявлять и как, соответственно, эта вся тема будет у нас работать, допустим, на вот таком вот полетике. Так, минки у нас имеются, минки у нас стоят. Так, а где они стоят, а где они у нас имеются? Вот здесь от миночки отстают. Блин, главное, чтобы сейчас меня на первой минке не сильно подкинуло, и я у нас их просто немножечко... Ну да. Нет, минки вообще замечательно работают. То есть корпус подкидывается так, как это нужно. Вот просто кто не понимает, что происходило раньше, ты у нас заходил в тот же самый режим космос, подрывался на этих минках, и, ну, тебя подкидывало типа абы как. Типа подкидывает, типа не подкидывает. И какие-то, знаете, были немного смешанные чувства. То есть минки зачастую работали у нас с запозданием. Вот, а сейчас мы, соответственно, с вами протестили, минка сработала именно так, как это нужно. Так, разгоняемся. Опять же, едем и хоп. Ну, неплохо, слушайте. Корпусяру я у нас передок, соответственно, поднял, и мне подкинуло именно жопу. То есть так, как, соответственно, я у нас хотел. Так, и давайте опять же еще у нас протестим, чтоб, как говорится, вы поняли, о чем я говорю. Так. Ага, поставили опять у нас две минки. И сейчас смотрите, мой, соответственно, передочек не будет подниматься, а я именно подорвусь на минке так, без, соответственно, подъемчика. Еду, опа, и, соответственно, подъемчик у нас имеется, да? Замечательно, замечательно, круто, превосходно. Давайте еще раз, соответственно, эту штуку протестируем. Вот минка, вот мой передочек, разгоняемся, оп! И подрывается все идеально. То есть не с задержкой, не жопочка у вас подрывается, не середина, а подрывается именно сразу гусеница. То есть так, как это было у нас на флеше. Вот, а я напоминаю, что до этого эта вся штука у нас не работала от слова совсем. Минки у нас были немножко какие-то инопришеленские. Вот, и как-то все работало у нас немножко через задницу. Так, и давайте сейчас посмотрим, как эта вся тема у нас работает, но только в не паркур режиме. Создаем ту же самую карту тишина. То же самое, соответственно, космос. Не паркур, обычная битва. Окей, создали, сделал. Блин, а вот закрытая битва имеет ли свойство это у нас изменять физику? Или она все-таки не изменяет? Но даже в любом случае... В любом случае, даже если это все работает у нас закрытки, просто сейчас немножко также битву про битв переработали, извиняюсь за тавтологию. И там получается, в пробитве ты теперь не получаешь даже по одному опыту. То есть я недавно хотел себе звание получить, создали закрытую битву, и ни хрена у меня не получилось. Так, окей, разгоняемся на том же самом подъемчике, это не паркур вариация, оп,
И стена невидимая, да. Стеночка невидимая, ребята, вот в обычном режиме у нас, соответственно, имеется. То есть физику замутили только в паркурной теме, только в паркурную штуку добавили, соответственно, то, что у нас было на тестовом сервачке. Но, как опять же мне, ребята, сказали, по факту, по сути, физика плюс-минус на основных серваках выйдет такой же. Вот, но вот смотрите, сразу мой танк почему-то летит, соответственно, и хочет прилипнуть к этой всей теме, к этой всей штуке. Прям побыстрее, поскорее у нас он прилипает к полу. Вы теперь понимаете, да, о чем я говорю и что я имею в виду? Потому что когда я записывал прошлый ролик, типа, некоторые говорили, типа, ну, блин, что, вроде ничего, вроде как, соответственно, было, так, соответственно, и происходит. Но нет. Вот, и как мне сказали, как мне объяснили, это чисто такая фишка у нас античита. Вот опять же, я у нас должен был полететь вверх, хоть я у нас так несуразно, соответственно, подлетел, абы как, через коряк, через косяк, но тем не менее, я у нас должен был, соответственно, на эту штуку, на эту тему забраться беспроблемно. А здесь у нас получается какие-то технические шоколадки, и у нас камнем вниз, соответственно, лечу и приземляюсь, прилепляюсь прямо к этому полу. Мне это не нравится совсем. Но это работает у нас так, античиток, который у нас чисто в паркурной теме выключили полностью. То есть там античита нету. И плюс-минус вся эта тема работает как раз-таки идеально. Просто мне тоже интересна такая штука, что античит был у нас на флеше, и почему там он у нас работал нормально. А как говорится, здесь он ненормальненько немножко работает. Так, ну давайте подлетим максимально далеко, и вот все. Я пошел-поехал просто. Пошел-поехал прилепляться. А как вы, наверное, заметили, в той версии, когда мы создавали паркур-тему, я у нас летел дальше, кувыркался, соответственно, и самое главное, летел плавненько, идеально. Поэтому за эту обнову, естественно, но я сходу ставлю лайк, потому что многие ребята как раз таки ушли с танков, которые залипали вот в этих космических всяких темах, на тишине паркур. Вот, я лично знаю по своему опыту, как минимум, наверное, двух человек, которые вернутся в танки после вот этой вот обновы, что здесь, как говорится, у нас уже все исправили. Вот такой вот у нас ролик получился, надеюсь, он вам понравился, новости, соответственно, свеженькие, анонса нигде не было, и, соответственно, если так, обязательно ставьте ему свои старки лайки, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами был Вайдер, всем пока-пока.